Ежегодно власти проводят плановую чистку города от аварийных насаждений. Старые деревья вырубаются, а новых сажают очень мало. В результате Одесса превращается в огромный пустырь. Особенно актуальна эта проблема для площади имени Бориса Деревянко. Это бывшая площадь Независимости. Эта площадь находится в центре, вокруг которого находится множество торговых, офисных и государственных учреждений. Озеленение города есть очень важным и актуальным вопросом. Ведь доказано, что человек, даже около получаса прогулявшись по парку, набирается сил и у него открывается второе дыхание. Поэтому это очень хорошее, благое и важное дело – массовая высадка деревьев в нашем городе, о чем говорил Аднан Киван.